На эскизах смелого проекта трансформации и обновления главной площади города есть буквально все. Дорожки для роллеров, зоны отдыха, прилегающие скверы в виде тематических зон, музейная, космическая. Улица Шостаковича исключительно пешеходная. Нет только одного – памятника тому, чье имя, собственно, носит Валерьяна Куйбышева. Он будет. Это маленькая провокация, которая просто должна немножко заинтересовать и активизировать. Это просто такой ход. Он обязательно будет. Постамент же там стоит. Многое в этом проекте есть чуть-чуть провокационные моменты, но в целом он, конечно, создан не для творческих амбиций, а для того, чтобы реально почувствовать нужды горожан, нужды активных сообществ и попытаться совместно с ними реализовать то, что они хотят. 40 дизайнеров и архитекторов трудились над созданием проекта реновации площади Куйбышева и прилегающей к ней скверов. Концепция единого дизайна, элементы творчества и возможность безбарьерного доступа для маломобильных граждан отчетливо можно разглядеть на макетах. К обсуждению на форум пригласили всех, кому интересна трансформация площади, но не все оценили в полной мере старания креативной группы. Порой, говорят опытные архитекторы, лучшее – враг хорошего. Фонтаны я люблю, но, вы понимаете, любое, так сказать, действие архитектора должно быть оправданным. Так как это главная площадь у нас, да, все-таки, наверное, из-за фонтана никто не будет отменять парады, в том же те же шествия какие-то, никто не будет жертвовать такой площадкой концертной, да, для проведения ярмарок, других общественных таких, да, многолюдных мероприятий. Будут ли фонтаны и тематические зоны в скверах, пока неизвестно. Свое предложение архитекторы должны представить в правительстве области. Точно ясно одно – площадь Куйбышева ждут перемены. Марианна Мирная, Павел Пресняков. События.